Депутаты фракции «Единая Россия» в собрании депутатов Каспийска в рамках народной программы партии проводят мониторинг возведения объектов социального значения и реконструкции на территории города. Это детские сады, больницы, поликлиники, учреждения, соцсферы, а также культуры и спорта. Также средства предусмотрены на модернизацию первичного звена здравоохранения, оснащение оборудованием, обновление парка школьных автобусов и скорых, передвижных комплексов и многое другое. Так, представители «Единой России» Тимур Насрулаев, Анас Гасаналиев и Ренат Курбанов с рабочим визитом проинспектировали строящийся детский сад в микрорайоне «Кемпинг» на 250 мест. Депутаты осмотрели всю территорию сада, а также оценили качество проводимых работ и отметили, что в дошкольном учреждении уделено должное внимание развитию детей. Большое количество игровых зон, спортивного инвентаря, беседок, площадок и многое другое. Помимо этого, привлекательным этот сад делает и потолочное остекление, которое создает естественный дневной свет. Отметим, что данный объект возводится за счет мецената. Около 80% работ уже выполнено. Подключены электричество и водоснабжение. Сейчас проходит процедура передачи дошкольного заведения на баланс Каспийска.